муха. Я так переживал за этого человека. Очень сильно, потому что, ну, он реально превращается в муху. Конечно, сценарий такой себе. Мое. Их. Ухо. Нет. Мне страшно. Ну, то есть, человек уже в патовом положении, судя по состоянию кожи, по всему. У него отпадает ухо, и он продолжает еще существовать. И это тоже то, что присутствовало во всех видеопрокатах. То есть, это из разряда семейного кино. Ты такой, с семьей садишься, посмотрим муху. Да, пожалуй, а там чувак в муху превращается, реально разлагается.